мужик попал в ад. Ну и, значит, черти водят его по аду, чтобы он выбрал себе наказание. Ну, тот смотрит, там, значит, сковородки шипят, здесь, блядь, камни ворочат тяжелые. Все, не нравится, он такой, там, все, там. Смотрит, значит, сидит бомжара в кресле, а миньет ему делает офигенная красавица. Он говорит, вот это наказание мне подходит. Черт говорит, ну все, Катюха, вставай, смена пришла.